признание брака недействительным. Под браком подразумевается добровольный союз совершеннолетних мужчины и женщины, влекущий за собой определенные обязательства. В жизни далеко не всегда замужество или женитьба сопровождается взаимной любовью и пониманием. Немало случаев, когда заключение брака состоялось по принуждению или с корыстной целью. Развод нежелателен по причине наличия штампа в паспорте и других обязательств. Выход в данном случае – признание брака недействительным. Основания для признания брака недействительным. Виды официального расторжения брачного союза. Развод, расторжение брака по обоюдному, или одностороннему, согласию супругов. Остается совместно нажитое имущество, которое в дальнейшем подлежит дележке, при наличии общих детей один из супругов, чаще жена. Вправе подавать заявление на выплату алиментов. Расторжение союза происходит в ЗАГСе, при наличии претензий, в суде. Смерть одного из супругов, в данном случае второй член семьи, имеет право на вступление в наследство. Согласно законодательству РФ, наследником первой линии является жена, муж. Признание брака недействительным – полное аннулирование статуса у обоих граждан. По факту, данного союза не существовало. Согласно правилам Семейного кодекса РФ, данная мера принимается в случае, когда граждане регистрировали брак без искреннего намерения. Создать семью, статьи 12, 12, 15, пункт 3 СК. Развод через суд. Важно! Признать недействительным можно союз с регистрацией в ЗАГСе. Сожительство, в народе именуемое гражданский брак, рассматриваться не будет. Условия недействительности брака. Если один из новобрачных не достиг совершеннолетия. Согласно законодательству РФ, в брак вступают с 18 лет. Исключение составляет беременность, что в ЗАГСе подтверждается справкой от врача. Состояние на момент регистрации брака в семейных узах с другим гражданином, гражданкой. Здесь может быть как умышленное сокрытие факта, так и ненамеренное. Свадьба состоялась 10 числа, а свидетельство о расторжении предыдущих отношений было выдано 12 числа. Получается, на момент женитьбы, замужества, партнер официально был не свободен. Принуждение к браку, шантаж, угрозы. Часто к такому подталкивает перспектива получения наследства. Объединение родительского капитала практикуется в кругу бизнесменов. И другие материальные ценности. Если новобрачные состоят в родственных связях. Один из супругов на момент регистрации находился в состоянии психического аффекта. Незаконность такого союза объясняется тем, что недееспособный человек не в состоянии отдавать отчет поступкам. Фиктивный брак, один или оба лица решились на брак для достижения личной выгоды. Один из супругов умышленно скрыл от партнера наличие венерического заболевания или СПИДа. Также имеются нюансы, касающиеся брака с иностранцем. В ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки законодательство официально разрешает многоженство. Мужчина вправе жениться 4 раза при условии, что он сможет содержать и уделять внимание всем супругам в равной степени. Гражданка РФ может выйти замуж, к примеру, за уроженца Египта или Саудовской Аравии даже в качестве второй или третьей жены. Но Россия, с ее законами и принципами моногамности, не признает действительным подобный союз. Основание. Кто имеет право подавать на аннулирование? Если дело дошло до аннулирования союза, брак признается недействительным со дня росписи граждан. При подаче заявления нужно четко обосновать причину, также уведомить органы не только признать союз недействительным, но и аннулировать запись в паспорте. Кто вправе подавать исковое заявление? В случае фиктивного брака прокурор и добросовестный супруг, ранее не знавший о намерениях второго лица. При заключении брака с несовершеннолетним лицом без его согласия, родители, органы опеки, прокурор. По достижении пострадавшим 18 лет он может только самостоятельно подавать иск. Если союз заключен между совершеннолетними гражданами путем шантажа, угроз и психологического насилия, иск подает прокурор после заявления пострадавшего лица.
органы опеки или близкие родственники в случае недееспособности одного из супругов. Обманутое лицо, в случае сокрытия второй половинкой опасного заболевания, СПИД, венерические инфекции. Внимание! После развода аннулировать брак невозможно. Исключение составляет близкая родственная связь между супругами. Это хлопотный процесс, сначала придется добиться отмены расторжения брака через суд, после подавать иск на его аннулирование. Процедура признания брака недействительным. Аннулирование брака проходит в несколько этапов. Необходимо составить иск, направить его в суд и дождаться вердикта. Составление искового заявления. Для начала производится подача искового заявления в двух экземплярах. Какие сведения нужно указать? Ф. И А. Дату и год рождения. Фактический адрес проживания. Контактный телефон. Сведения о муже, жене. Основания для аннулирования брака. Образец искового заявления. Важно! Для развода достаточно банальной причины, не сошлись характерами, ведет аморальный образ жизни, не исполняет супружеские обязанности. Чтобы брак мог считаться недействительным, нужна одна из причин, установленная законодательством, основания указаны выше. В противном случае заявление рассматриваться не будет. Какие документы предоставляются помимо иска? Квитанция об уплате государственной пошлины в 2018 году – 300 рублей. Свидетельство о браке. Свидетельство о рождении детей, при их наличии. Подача в суд. После составления иска и сбора остальных документов все отправляется в суд. Можно занести документы самостоятельно или отправить по почте. После их принятия назначается точная дата и время заседания, о нем истец и ответчик будут проинформированы. Внимание! Дело рассматривается по месту официального жительства недобросовестного супруга. Если брак зарегистрирован в Воронеже, а ответчик прописан в Липецке, то нужно отправлять иск в Липецкий суд. Важно! Предварительно суд проводит закрытое заседание. При отсутствии законных оснований, нехватке какого-либо документа иск сворачивается. Вопреки иску брак могут признать действительным. Изменились обстоятельства, лицо достигло 18 лет, стало дееспособным или оформлен развод через ЗАГС. Фиктивный брак перешел в реальный, супруги все обдумали и решили создать полноценную семью. Рассмотрение в суде и вынесение решения. Для рассмотрения дела обе стороны должны явиться на заседание в указанный день и время. Российские суды загружены работой, и часто практикуется формальное рассмотрение иска, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного юриста. Принятое решение, положительное или отрицательное, вступает в силу через 10 дней. Затем в трехдневный срок документы из суда передаются в ЗАГС, где вносятся поправки в акт гражданского состояния. Фиктивный брак, что это такое, как его признать недействительным? Определение. Под таким браком подразумевается союз, в котором один из супругов имеет корыстные цели без истинных намерений создания семьи. Сегодня на такой шаг готовы идти иностранцы, желающие быстрее получить ВНЖ, затем стать полноправными гражданами страны, а также лица, желающие за счет партнера решить финансовые, жилищные и другие проблемы. В законодательстве РФ нет четкого определения семьи. Под ней подразумевается союз мужчины и женщины, проживающих на одной жилплощади, ведущих хозяйство и воспитывающих детей. Для доказательств фиктивности отношений нужно доказать отсутствие факторов, указывающих на семью. По каким признакам определяется фиктивность? Отсутствие интимной жизни. Раздельный бюджет. Отсутствие общей цели и моральной поддержки. Друг друга. Раздельное проживание. Отсутствие общего движимого и недвижимого имущества, в том числе и перспективы его приобретения. Аннулировать фиктивный брак довольно сложно. Для этого требуются весомые доказательства и факты, суд вынужден долго вникать и исследовать предоставленные основания. Правовые последствия.
В законодательстве РФ пока не прописаны конкретные санкции в отношении участников фиктивного брачного союза. Все зависит от того, как далеко зашли отношения в плане корысти и использования государственных льгот. Пока рассматривается закон о введении штрафа в размере 100 000–300 000 рублей и конфискации всех благ, полученных от союза. К чему нужно готовиться участникам фиктивного брака? Аннулирование предоставленного гражданства иностранцу, вплоть до депортации. И привлечение к уголовной ответственности виновных участников. Если военный женился с целью получения государственной субсидии и решения жилищного вопроса, недвижимость изымается, гражданин обязуется вернуть государству полную сумму выплаченной субсидии. Взыскание суммы льгот и социальных выплат. Совместно нажитое имущество не является общим и не подлежит разделу 50/50. Добросовестный супруг вправе требовать алименты и моральную компенсацию. Внимание! Данные санкции не распространяются на детей. По закону ребенок от фиктивного брака имеет право на общение с обоими родителями, содержание, проживание и т.д. Тут имеет место факт появления ребенка, а не подлинность союза. Судебная практика по признанию браков недействительными. Более чем в 90% случаев можно добиться признания брака недействительным, иски граждан удовлетворяются, об этом свидетельствует судебная практика. Дело в том, что заявление предварительно рассматривается до судебного заседания. Исковое заявление о возмещении вреда. Нередко совместно с заявлением на аннулирование брака пострадавшая сторона подает иск на возмещение морального ущерба. Но доказать что-либо трудно, в России не практикуется составление брачного контракта или работы с семейным психологом, способным подтвердить душевное расстройство. Суд вынужден отказывать в удовлетворении иска. В целом, аннулирование брака – дело хлопотное, требующее моральных и финансовых затрат. Если союз просто исчерпал себя, гораздо проще пойти в ЗАГС и оформить развод.